Молодцы! Заря! Молодцы! Заря! Хоккеист под номером 7 Назар Шакирьянов приезжает на ледовый корт снова и снова. И пусть спортивную форму и коньки его родителям пришлось продать, чтобы купить инвалидную коляску, Назар не перестает улыбаться. В своих воспоминаниях он все еще игрок родной Миасской сборной по хоккею. 3 года назад на полном ходу в жизнь 12-летнего мальчишки ворвалась трагедия. На пешеходном переходе Назара сбил автомобиль. Многочисленные ушибы, переломы и серьезная черепно-мозговая травма буквально приковали юношу к инвалидному креслу. Прежде активный и веселый мальчишка, за один миг Назар не только потерял возможность двигаться, но и говорить. Раньше, когда он разговаривал, все делал, все, то есть это как-то было так все легко и непринужденно. А сейчас он не разговаривает, он моргает только глазами, я уже понимаю, что он хочет. То есть он отвечает мне на вопросы. Я говорю, хочешь, он раз закроет глаза. Я говорю, если сильно хочешь, зажмурься. Он мне начинает жмуриться. Все с нуля. Будем начинать все с нуля. Жизнь с чистого листа. После 3-летней реабилитации, операции за границей и, конечно, благодаря силе характера самого Назара, к мальчику вернулось сознание, частично восстановились двигательные навыки. Юноша заново смог научиться жевать, глотать и наслаждаться пищей. Мороженое, шоколад, ну вот как, видимо, как все дети. То есть он так-то малоежка, он по жизни-то мало ел, но вот ему все, вот пиццу какую-нибудь подавали. Как обычные дети. Да, он вспоминает. Пиццу любит. Да? Ладно, состряпайте. Несмотря на пережитую боль, Назар не разучился любить жизнь. Он улыбается, разглядывая свои старые фотографии и смеется над шутками родных. А совсем недавно в его семью вихрем ворвалось маленькое счастье. 3-месячная Тая при виде родного брата расплывается в улыбке, а сам Назар, уверенно держа малышку на руках, как будто забывает о боли в мышцах. Хорошо, держи, только сильно не давить. Вот, ой, она обалдеет. Настя, ты хорошо держи-то, ты забываешь. Водиться с сестренкой Назар готов хоть целый день, вот только руки не слушаются. Из-за нарушения функции нервной системы простые движения даются мальчику с болью. На домашних тренировках Назар проводит несколько часов в день. Здесь мальчик учится командовать своим телом, из раза в раз заставляя свою руку или ногу подчиняться. Однако домашних тренировок в последнее время уже становится недостаточно. Тренажеры нужны именно как помогающий ребенку ходить, то есть держать его в вертикальном положении и помогающий ему двигать ногами, то есть осуществлять координацию, налаживать ее. То есть это сейчас состояние, как бы вот как маленький ребенок родился, у него отсутствует координация. Столь необходимых тренажеров, как реабилитационного медицинского комплекса, в котором будут собраны все необходимые мальчику специалисты, в небольшом городе Миас нет. Родители Назара вынуждены самостоятельно, как умеют, заниматься реабилитацией сына, делать уколы и спасать от внезапных приступов эпилепсии. При всем этом не забывая, что мальчику еще и нужно развиваться, научиться говорить Назару сейчас так же необходимо, как принимать пищу или ходить. Не нужно останавливаться. Ребенку что делать? Ну, нужно терпеть порой. А педагогу начинать вот сначала искать какие-то положительные стороны, на что можно опереться. Ну, опираться на характер. Я думаю, что ни больше, ни меньше. Останавливаться родители Назара и не собираются. Они нашли российскую клинику, готовую принять мальчика на реабилитацию и помочь ему сделать первые шаги. Ежедневные 6-часовые курсы, специальные тренажеры и консультации специалистов. Этот новый бой за жизнь Назар, как и прежде, готов принять с улыбкой на лице. То, что вот он пережил и не разучился улыбаться, это, конечно, ну, не знаю, я горжусь им. Самостоятельно оплатить полный курс лечения Назара его семья из небольшого челябинского городка сегодня не в силах. 747 тысяч рублей. Эту путевку в новую жизнь Назару Шакирьянову можем подарить мы с вами. Для того, чтобы оказать помощь мальчику или другим участникам проекта «Ты ему нужен», необходимо всего лишь отправить сообщение со словом «Чудо» на номер 7878 или зайти на сайт www.helpdefeasedchildren.net. Если вы хотите узнать больше про Назара, позвоните по единому справочному телефону 8 800 119. 1929. Звонок бесплатный для всех регионов России. Ты нужен Назару Шакирьянову.